Здравствуйте! Представляю вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска. Объем двигателя 2.5, B52, 54, T6. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Десять с половиной килограмм. Второй цилиндр. 11 килограмм. Третий цилиндр. 11 килограмм. Четвертый цилиндр. 11 килограмм. Пятый цилиндр. 11 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.